В Жамбулской области активно решаются вопросы по развитию альтернативных источников энергии. Наш регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. В ближайшие годы в области запланирован запуск 4 объектов возобновляемых источников энергии общей мощностью более 98 мегаватт. В Жамбулской области имеются все условия для развития возобновляемых источников энергии. Уже действует 17 объектов ВИЭ, которые обеспечивают 20% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, полученной с помощью солнца, ветра и воды. Потенциал в этом плане у региона большой, и использовать его необходимо в полной мере. Если сейчас в Жамбулской области действует 6 гидро и 5 солнечных электростанций, то в ближайшие годы запланирован запуск еще 4 объектов возобновляемых источников энергии. Так, это гидроэлектростанция на реке Мерке, солнечная электростанция в Жамбулском районе и две ветроэлектростанции в Таласском и Шуском районах. Общая мощность этих электростанций составит 177,5 мегаватта, а объем инвестиций – 80 миллиардов тенге. Реализация еще 4 проектов временно отложена в связи с нехваткой инвестиционных средств. В их числе 3 объекта в Шуском районе и 1 в Кордайском. Для реализации этих проектов требуется 93 миллиарда тенге. При запуске этих 4 объектов в ВИЭ они могут дать региону еще 310 мегаватт энергии. Для определения приоритета области по производству ветровой энергии использован атлас ветровых ресурсов Казахстана. Согласно карте атласа, основным условием развития ветроэнергетики является средний показатель скорости ветра на высоте 100 метров по республике. Если считать по карте, то по развитию ветроэнергетики наряду с Кордайским, Сарысусским, Таласским, Шуским районами имеются большие возможности в Майынкумском районе. По определению возможностей водных ресурсов совместно с Управлением по использованию природных ресурсов изучены возможности рек и водохранилищ области. В результате определены 12 перспективных проектов, которые могут быть реализованы на 10 реках и водохранилищах области. Перспективные проекты расположены в основном на территории Жуалынского, Жамбылского, Меркенского, Турарыскуловского и Кордайского районов, расположенных в верховьях горных рек. В настоящее время направление развития возобновляемых источников энергии в Казахстане показывает, что строительство солнечных станций преобладает над другими источниками энергии. Этот тренд объясняется следующими причинами. Относительная простота строительства солнечных электростанций и, соответственно, короткий срок до момента ввода объекта в эксплуатацию. Логистические затраты значительно ниже по сравнению с затратами на поставку ветроустановок, а оборудование значительно меньше по размеру. Плюс благоприятные климатические условия в регионе. Более низкие затраты на обслуживание и ремонт солнечных станций по сравнению с ветровой электростанцией. Риналь Рахматуллин, Наимбек Бакбанов, Азат Байтимир, Жамбыл Ньюс.